пацаны. Пришел вот в сауну. Праздники были нелегкими. Вот теперь лежу, откисаю здесь. Благо, сауна в городе есть. Если бы вы знали, какое это блаженство. Фу. Все токсины выходят, распад синильной кислоты. Всем рекомендую сауну. Вот уже так достаточно подразогрелся. Наверное, пора уже мне в бассейне окунаться. Фу. Жестко, вообще жестко, пацаны. Фу. Не знаю, кто как там спасался. А мы с пацанами вот в сауну ходим. Группа «Адовый мужик» в сауну ходит. Одуревает после концертов всяких винтертрэшей, да винтерхаусов там московских и прочей канители. Фу. Как там один товарищ из группы «Подвал» Леха там говорит, париться надо по системе. Ну, вот тут тоже по системе. Зеленый чай с медом и минералочка. Значит, система вот такая. Фух, нормально здесь градус. Сейчас гляну, сколько здесь градусов. Фух. Опа. О, 120. Самое то. Так, прикрою, чтобы жар не выпускать. Сила, бодрость, красота, плюс хорошее настроение. Фух, о, блядь, нихуя! Кто-то говорил, что тапки должны всплыть. Всплыли, парни, всплыли. Вообще вещь. Опа! Сейчас смотрю, там телевизор работает, там идет фильм «Боги Египта». Вот там сейчас царя коронуют. Вот он это, типа, делает вот так. Вот там его пробуждают от пьянки, там телки всякие. А он такой... Сейчас! А у него там прям бассейн рядом, ну я так думаю, джакузи какой-то. И он такой, опа! Я убил, бля, 60 каких-то там козлов! Там титало! Короче, так что по своему опыту могу сказать, что вот когда дней 10 пробухаешь, вот все праздники новогодние. Вот там вот эта Алешка нихера не помогает. Блин, вот пробовал там на пиве там слезть, там пиво вот бесполезно. Только голова болит и помогает на 15 минут. А вот сегодня в сауну пришел. Вот сейчас третий час пошел. Вроде чувствую себя нормально. Ни тошноты, ни хрена. Зеленый чай пью, блин, с медом. И вообще замечательно. Так что, пацаны, всем металл, ходите в баню и желательно в плавательных очках. Такие плавательные очки есть. Вот сейчас занырнул. Блять, там так интересно в очках в этих, охереть можно. Ну-ка. Фу, блядь, темно, темно, как будто ночью где-то плаваю. О, вообще, по глазам даже свет не бьет, офигенно, вот вам лайфхак, офигенно.
если в парилку пойти, там нагреется, и охрененно еще башку прогреют, и стекла пополопаются. Как-то так. Ну ладно, всем, пацаны, трэша, угара, хорошего настроения и бодрости духа. Металл! Полыпают распусные все Симфера знакомые, а на переднем пьяный Стенька со своей молодой княжной, а свадьбу шоу в лую играют под баян и хруст баранок.